долго делается, дорого стоит, но очень много людей посещают нашу фабрику, покупателей я не могу ограничить. Из разных стран, то есть даже есть Китай, даже есть, то есть Европа и Россия, то есть очень много гостей. Более 20 натуральных красителей, но более популярные, которые мы часто используем, это скорлупа лука, ореховая кожура, корни растения марены, который у нас же растет здесь же во дворе. И, кроме этого, мы еще используем корки гранат, аспарагус, есть желтые цветочки, которые растут в горах. Они очень прочные, сам шелк очень прочный материал, в среднем это даже больше 300-400 лет будут служить они.